Хорошо, что есть баночка факса. Хорошо, что мне родители выслали денег по факсу. Вот, собственно, наш скраб. Что тут у нас? Чуть-чуть, немножко только вещей. Ну все, сейчас мы сядем в электричку и попиздуем нахуй отсюда. Yeah.
нашу первую остановочку. После Петрозаводска в городе Ярославль. И первое место, куда мы приехали, это автосервис. Потому что у нас что-то барахлит в нашей машинке. Вот она, кстати. Стоим, пердим. Занимаешься раскладкой дистро. Разложилось. Подготовка полным ходом. Дистро точка. Почему на спине? По размеру. Что так? А, на спине 300 где-то. Я вижу, на спине уже 300 где-то. У тебя на спине нет. У меня есть. Я буду пишусь. Херасим! Обычно летом на питерский фестиваль, на Карелии, где уже времени не хватает. Надо обязательно, там невероятно красиво. У нас тут тоже нормально. Это у нас тем более территория смутных времен. Кто-то потерялся в гитаре. Да он не потерялся, сейчас найдем. Снимать-то, блин. Под погрузку? Гуляем. Гуляем, ну. Вот то и снимаю. Я не напугалась. Ну просто для меня это вообще дикость. Человек подходит. А короче, вроде... Алиса оказалась в шоке. И берет меня за грудь. И так жестко. Это вообще пиздец. Потом пытается засунуть мне палец в рот. Это... Нифига он возбудился от Hungry Wolf. Это ж пиздец. Хороший был концерт. Тур это сильно, ебать, это твердо, ебать. Меня только что очень сильно замацали за сиську, мне это не очень понравилось. Меня за сиську, ебать, и мне понравилось. Пик бьет. Тур это твердо, ебать. Первая остановка у нас отдыха, короче, в квартире. Находимся. Леха бомба, короче, трехметровая. Сейчас в туалете сидит. Вон там. Сегодня в Вологде, а потом поедем дальше. Добро пожаловать на кухню. К Лехе. Осталось полчаса до выхода. Голубчики сидят там. Сидим, пиздим, ждем начала.
короче, сидим. И концерта в Вологде. Посиделка какая-то началась. Спасибо. И кутеж продолжается. Следующий у нас, значит, будет Сыктывкар через несколько дней. А сейчас у нас какой-то пиздец. Автор пати. Концерт был классный. Айрис Вологда, рекомендуем. Рекомендуем. Я чё-то...